Живой? По нам прилетів кап 250. Вот украинцы, братья нам. И потом ты заходишь сначала в 2014 году, Крым, Донбасс и сейчас с войной. Ну это же РДК принимал участие в операциях на всех фронтах, которые есть, в том числе на фронтах, в которых обычные подразделения особо не принимают участие, в Ахтырке и так далее, в операции в Козинку. Все это нужно для того, чтобы полностью свергнуть власть Путина и установить приемлемый режим для жизни и вернуть себе дом. Ми перебуваємо разом із бійцями російського добровольчого корпусу під Вовчанськом, що на Харківщині. В цьому тісному підвалі вже кілька днів поспіль вони проводять аеророзвідку окупованої Росією території. Серед бійців як і росіяни, так і білоруси, які воюють за Україну. Какое? Сейчас. Тот, который мы раньше смотрели, вот этот лес. Получается, ниже. Ну, если глобально есть, почему я приехал, это потому что я не хочу допустить в Украине то, что происходит в России. Вот. А что в России происходит? Ну, это такая, мы называем это красной чумой, тоталитаризм, вот, геноцид русских. Вот. Ну, в данном случае украинцев. 24 февраля, на самом деле, я даже 22-го, наверное, с друзьями, когда общался, когда была история про признание ОРДЛО и так далее, я уже говорил то, что, скорее всего, так и будет. То есть, я, ну, вот когда люди говорили, что это сюрпризом было, мне это казалось прям самым логичным, что вообще могло произойти, исходя из действий власти. Ну, это, конечно, типа ужасная ситуация, то есть просто то, что это началось. Ну, продолжилось, по факту. Но вполне ожидаемое просто. Я примерно этого и ожидал все время. То есть войну с Украиной со стороны Путина. Чому ти вирішив щоб їхати в Україну воювати? На самом деле, очень множество причин. Одна из них – то, что я не поддерживаю путинский режим, я не поддерживаю режим Лукашенко. И я понимаю, что если Путин все-таки захватывает Украину, дальше идет Беларусь, и Россия становится очень большим государством. И что может быть после этого, последствия тяжело представить даже. Поэтому я подумал, что я хочу как-то помогать, а из Беларуси помогать, к сожалению, финансово это запрещено, то есть это попадает под уголовную статью. А если уже ехать в Европу и помогать оттуда, то почему бы уже не приехать помочь так? Я верю в то, что когда умрет Путин, будет так или иначе какие-то изменения. Я не верю в то, что у Путина есть какой-то скрытый преемник, а даже если он есть, то я просто не считаю, что вся история с этим преемником развита в достаточной степени, чтобы не было никаких конфликтов, никаких происшествий при смене власти. И, кроме того, когда Ельцин сменял Путина, не было никакого недовольства, не было никаких сил, которые могли бы в это вмешаться. А сейчас есть мы, есть Украина, есть еще очень много акторов, которые заинтересованы в том, чтобы сместить номенклатуру, которая сейчас находится у власти в России. Так что, я думаю, мы просто воспользуемся этими возможностями. И так или иначе дестабилизируем ситуацию. Я думаю, что в какой-то момент люди, помимо того, что на смену национальностям пришел советский человек, собранный из большого количества народов, и, естественно, все вырастали, все народы, да, там, взрастали за счет русских, мне кажется. Вот. И, ну, русский это такой навоз, да, сейчас в России, на котором произрастают другие. То есть, если мы посмотрим, Чечня, дотационный регион, забрали в Мариуполе Азовсталь завод, забрали в Имбельдан в России после национализации. Вот. Почему это происходит? Советский человек и люди
променяли мнимый комфорт, золотую клетку, если касается Москвы, Питера, на какие-то свои права. Вот. То есть понятно, где у тебя больше свобод, там и больше ответственности. А так все передали насилие государству, и оно им злоупотребляет теперь. Вот. Возможно ли бороться в России за свободу и как это? Да, нет, конечно. Конечно, нет, потому что все, что могло быть сделано, уже сделано. Да, то есть и пример Алексея Навального показывает, что власть не будет останавливаться и будет все только хуже. И, честно говоря, мне не очень понятна его такая мученическая смерть, которую он хотел сделать, да, там, чтобы обратно прилетел в Россию и прочее. Вот. Ну и как любой представитель русского добровольческого корпуса, я вижу единственное возможное противостояние — это противостояние с оружием. РДК принимал участие в операциях на всех фронтах, которые есть, в том числе на фронтах, в которых обычные подразделения особо не принимают участие, то есть на вот сейчас на Харькове, хотя здесь есть тоже, в Ахтырке и так далее, в операции в Козинках. Это для того, чтобы это было более в стабильном варианте, для того, чтобы это не создавало угрозу остальному миру, как раз и западным странам, и США, и так далее, просто следует находить акторов, которые могут это предотвратить. И сразу видно, что это не Путин и не номенклатура. Они этого сделать не могут, потому что они к этому и приведут. То есть это так или иначе мы и, возможно, какая-то другая позиция. Но в первую очередь, конечно же, мы. Велика сила в РДК? Да, конечно. В чем сила РДК? Три даже. Медийная сила, сила политическая и сила буквально военная просто. В Білорусі зараз яка ситуація? На момент, коли ти був там? Там очень спокойно. Там не ощущается ни войны, ни того, что где-то есть война. А в целом режим Лукашенко тоже чуть-чуть стал поспокойнее, потому что за последние полтора года, что я жил в Минске, я ни разу не видел, чтобы там кого-то из моих друзей либо меня там остановили, проверили телефон. Единственный момент, слышал, что часто, наверное, на предприятиях стали еще больше искать людей, которые были на митингах, увольнять их стали в этом плане. Появились некоторые моменты, что если у тебя есть какие-то подписки на телеграм-канале, и это где-то выплывет, ты можешь сесть. Вот, то есть, например, там за наше подразделение можно получить срок, за подразделение независимых СМИ, которые уже являются такими, можно сказать, террористическими в Беларуси. Поэтому, с одной стороны, для тех, кто копается, это ощущается. Для тех, кто живет обычной мирной жизнью и не вникает ни в политику, ни в ситуацию в мире, по факту можно прекрасно спокойно жить. Все прекрасно понимают, что Лукашенко — это друг Путина, и тут сразу появляются ответы на все вопросы. Например, я ни разу не слышал от людей в Беларуси, что они поддерживают войну, которую начал Путин. Но также я не видел, чтобы люди активно высказывались про это. Нет, это было близко. Чтобы люди также активно про это высказывались, потому что все боятся, что будут последствия. Часто ходили думки, розмови про те, що, можливо, білоруська армія там може підключитися до війни, допомагати Росії. Як гадаєте, білоруська армія готова воювати проти України? Я можу сказати так, що білоруська армія взагалі в цілому не готова воювати, тому що, во-первых, нету причини для війни. А во-вторых, люди на это не пойдут. И в-третьих, даже Лукашенко понимает, что если он делает такой шаг, это крест в целом на всем, что касается его. Там люди и так из последних сил держатся, пытаются сохранить какую-то мирную жизнь без протестов, без войны. А если будет предпринято такое решение, что принудительно белорусская армия вводится в помощь российской армии, это будет крах. Но я думаю, что нет, это невозможно. Я из семьи, у меня есть братья и сестры. Я не могу представить, как я вламываюсь к ним и начинаю в их семье что-то менять. И также вот это просто аналогия, как говорят, вот украинцы братья нам, и потом ты заходишь сначала в 2014 году, Крым, Донбасс, и сейчас с войной. Ну это же пи***ц, как говорит наш командир Денис Рекс. Нам важно создать безопасную зону для Украины, да, чтобы этого не повторялось в будущем. И нам важны добрососедские отношения,
который будет очень тяжело выстраивать в дальнейшем, да, должно пройти очень много времени, чтобы хоть что-то поменялось, вот. Ну вот, наверное, это главная цель независимости от России, чтобы больше не повторялась война, больше не повторялись смерти и гражданских, и военных, и все могли спокойно жить. Он уже мстит, он отправляет все возможные силы на то, чтобы вычислить, когда участвует РДК в какой-то операции, он отправляет все возможные силы, чтобы узнать, где они находятся конкретно, отправить туда как можно больше сил, чтобы конкретно уничтожить просто нас. Это первоочередная задача на любой подобной операции у Путина. По поводу того, цель не цель, это все-таки метод. То есть цели у РДК, они в Москве находятся. Нам все остальное — это метод. Заходы в Белгород, в другие регионы. Все это нужно для того, чтобы полностью свергнуть власть Путина и установить приемлемый режим для жизни и вернуть себе дом. Мы следим за передвижением противника, смотрим, чтобы он не зашел за какие-то рубежи, предупреждаем ВСУ и другие подразделения о том, что он куда-то движется, чтобы они могли подготовиться и отбить нападение. Корректируем артиллерию и так далее. Сейчас не идет каких-то активных боев в Волчанске, все стоит на своих рубежах, сейчас идет именно артиллерийская война скорее. То есть именно что горячая фаза наступления остановлена. Під час роботи російська армія обстрілює будівлю поруч. Ти живий? Надо евакуюватися отсюда. Там після обстрілу. Ждем тільки? Спочатку ждем. Спочатку ждем. Давайте газ винесем. Його треба винести, да? Просто откинь после, да. Подальше. Отойди, пожалуйста. Да, подальше. Быстрее, 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 быстрее. А я взагалі при вході сиділа. Прикольно так. Не скоріше в полі в той стороні. Это у нас куска крыши нет, мы где-то тут едем. Крыша в смысле в доме? Да. А ты в доме был? Да. Ебать, просыпай. Ебать мой братан, да? Не досыпаюсь от того, что когда... Я не вижу, от вас. Буквально кілька годин тому по нам прилетів КАП-250, чи ФАП-250, ну авіація, хата вся горить, все просто знесено чортями. Хлопці працювали, благо всі цілі, не ушкоджені. Будемо евакуйовуватися звідси.